Всем привет, друзья! Сегодня, смотрите, что вам хочу показать. Перед вами стоят такие коробочки, пакетики. У меня был день рождения, и у вас есть эксклюзивная возможность подсмотреть, что же подарили мне. Вы любите вообще смотреть, что ли, дарят другим людям? Если да, напишите в комментариях, потому что я люблю, и у вас сегодня тоже есть такая возможность немножечко посмотреть, что же мне подарили. Я сама, если честно, еще не знаю, только приоткрыла вот эти две коробки и в пакетики, конечно, заглянула, но не рассматривала так в общем. И это будет сегодня подробный обзор вместе с вами. Я надеюсь, что вы вместе со мной порадуетесь. Итак, мы приступим с подарков по мере поступления. Первый подарочек — это от Алены Зеркальной. Подписывайтесь, кстати, на ее канал. Но я думаю, что кто меня смотрит, все давно знают про Алену. Я уверена в этом. А будет смотреть это видео тоже, я думаю, те, кто меня смотрят давно. Я так думаю. Смотрите, какой подарок. Я когда открыла, я только приоткрыла, я уже увидела вот это вот просто море. Море конфет усыпано. И я уже просто обалдела. Так, давайте же смотреть. Что вот это? Что вот это? Сначала я подумала, что это кофе, но потом я прочитала, что это чай. Earl Grey — это чай, да, это чай. 125 грамм, я так понимаю. Ну, это рассыпной, естественно, для заваривания. Запах здесь не слышу, запах слышу какой-то косметики, видимо, которая лежала здесь в пакете. В общем, чаек — хорошая вещь. Вот такой вот Earl Grey. Так, мы его... Как мы будем с вами все выставлять? Будем вот так, наверное, выставлять. Боже, посмотрите, сколько конфет. Так. Ну, я знаю, что это не мне, это не мне. Это детям, это детям. Так, конфетки мы... Боже, ну там же я вижу шоколадки мои любимые. Конфетки мы вот таким вот... Сделаем такой антураж. А что же это такое? Мане. Я, кстати, не знаю, не пробовала такие конфеты. И Рошен Кремель. Кремель. Не пробовала я такие конфеты. Вот так мы сюда конфетки сложим с вами. И посмотрите сюда. Боже, это же мой любимый. Самая моя любимая шоколадка всех времен и народов. Это вот это. Это Риттер Спорт. Белая с вот этими вот, как они, крипсами. Ну, это невозможно. Это невозможно устоять. Вот серьезно вам говорю. Много лет назад ее полюбила. Покупаю ее не часто. Когда-то более чаще покупала. В молодости. Боже мой, Риттер Спорт. Это ж, вот именно это мое любимое, белый. У них обалденные белые. Вот. Посмотрите, две моих любимые шоколадки. Это же, это вообще, это можно просто с ума сойти. Боже, какой шоколад. Смотрите, какой шоколад. 72%. Это полезный шоколад. Смотрите, это Италия. Итальянский. 100 грамм. Обалдеть вообще. Боже, ну смотрите, сколько сладостей мне. Сколько сладостей. Ой, боже, спасибо большое. Так, я так понимаю, это детская штучка. Детская штучка вот такая. Мамба. Так, я вижу, сейчас я еще все конфетки достану, чтобы как-то, я понимаю, что видео будет долгим. Так что давайте чуть ускорюсь. Так, и теперь, та-та-та-там, открываем вот такие вот сюрпризики. Что же у нас здесь? Честно, я не смотрела дальше. Так, еще конфеты. Я не смотрела. Ой, ой, вау. Вау, какой набор. Посмотрите, какой набор. Набор, набор, набор. Ой, такой запах. Я не пойму, только откуда. Это из набора или нет? Так, набор гелей для душа Анжелика. 7 дней итальянской наслаждения. Представляете себе? 7 гелей по 60 мл. С чем? Гель для душа, регенерирующий с ослиным молоком?
О, боже, я честно, я такого даже не слышала никогда. Гель для душа с ослиным молоком, жидкое золото с аргановым маслом, с алоэ вера, с маслом ши, кокос, лавандовый рай, чайное дерево, миндальное масло. Обалдеть, в Италия. Боже, какие итальянские шикарные гели. Ну, кстати, это удобно с собой брать где-то в поездке. Удобные такие пузыречки, бутылечки. И вообще, я уже сразу присмотрела, что даже эти пузыречки, бутылечки, я их выбрасывать не буду, потому что они в хозяйстве даже пригодятся мне. Очень хорошенькие такие. Можно потом в них тоже что-то наливать. Слушайте, ну со слиным молоком, я даже хочу посмотреть, где это. Где именно со слиным молоком? Вот это, да? Серьезно, со слиным молоком? Ладно, разберемся потом, ну, со слиным. С ослиным молоком. То я думаю, сейчас прочитаю еще как-то не так. Может, думаю, ошибка какая-то. Обалдеть, конечно. Такого я не слышала и не видела. Так. Смотрите, такие... Так классно в бумагу запечатано все. Мне прям так нравится. Вау, тоже travel kit. Слушайте, ну все, мне пора куда-то уже ехать, срочно ехать, потому что это набор для путешествия. Travel kit с такой классной косметичкой. Ой, мне нравится, она такая тканевая, смотрите, супер. Раз. Опять бутылечки такие маленькие. Вау, Candy Organic, органические какие-то, слушайте, вообще супер, обалдеть. Так, что у нас здесь? Органические тоже какие-то гели, наверное, что это? Так, body wash, да, это body wash, а это, наверное, какой-то крем. Кондиционер, это... Что это? В общем, я сейчас просто это долго займет. Клинсер. Для умывания, что ли? В общем, набор такой вообще классный. Тоже в путешествие, в поездку. Ну, у меня каждую неделю путешествие. На дачу с Киева в Киев. Но это уже все. Пора куда-то подальше, в дальнюю поездку собираться явно. Потому что уже все готово. Смотрите, какой обалденный travel kit. Но еще и органическое. Я такой тоже фирмы не знаю, честно вам скажу. Посмотрите еще. Там два мыла. О, класс. Ой, как пахнет роза и папайя. Хадик. Кто же это делает? Что-то мне напоминает, что это типа Египет или что-то. Или это Индия. Друзья, это Индия. Вроде бы, если я правильно прочитала. Нью-Дели. Если я правильно прочитала, то это Индия. Хади Органик. Travel Kit. Обалдеть. Все, ну это прям... Это судьба. Это намек. Очень классно вообще. Мне так нравятся вот эти все малюсенькие. Я, кстати, люблю вот такие маленькие. Так, смотрите, что здесь такое? Может, это блокнотик? Мне что-то кажется, что это блокнотик. Похоже по такой квадратненькой, как блокнотик. Может и нет. Ой. Ой, что это? Боже, слушайте, Алена, ты меня просто удивляешь. Что это? А, это 4 маски. Я думала, это еда какая-то. Серьезно, смотрю, такая авокадо, что-то тут морковка, еда. Думаю, это что-то еда какая-то. Это 4 маски для лица, суперфуд для лица, Via Beauty, класс, это масочки, а я не могу понять, думаю, что это какая-то еда какая-то, суперфуд же написано, думаю, какой-то суперфуд, ух ты, смотрите, морква, такого тоже не видела, морква, авокадо, кокос и томат. Класс. Смотрите, какой дизайн у них вообще обалденный, да? Класс. Вот это наборчик. Вообще супер. Спасибо. Вообще класс. И такой дизайн. Масочки. Это прям бомба-ракета.
Я думала, блокнотик. Так, и что-то здесь такое еще. Боже, что-то такое красивое. Смотрите. Какой красивый бантик такой. Какая коробочка. Я вот так вот делаю. Вау, что же это? Amora Beauty Kit. Слушайте, и все такое я вот впервые, да, все вижу. И действительно, все для меня новинки. Все новинки. Так, это Body Wash, Body Lotion. Для душа и... Ну, лосьон, понятно. Гель для душа и... Amora. Дорожный набор. Тоже дорожный набор. Ну все, ребят, это намек. Пора мне собираться куда-то ехать. Только куда? Так. В общем, вот такая вот наборчик. Очень красивый. Не знаю, кто. Нидерланды. Впервые тоже не пользовалась таким ни набором, ни фирму не знаю. Ну, все, видите, такое заграничное. Вообще супер. Вообще, Алена прям удивила. Вот прям... Вот серьезно, вот неожиданно. Все такое вот неожиданное. Неожиданное для меня новое. Вообще, Аленчик, спасибо. Спасибо большое. Вообще, я не могу. У меня, когда я в шоке каком-то, в удивлении, у меня словарный запас немножко притупляется. Так, давайте дальше, чтобы не сильно... Ой, было длинное видео, сейчас поправлю. Так, друзья, следующее от второй моей подружки, славянка в Египте, Юльчика с Египта. Ой, какие подарочки обалденные. Я уже вижу, что это с сайта Makeup, как я поняла, потому что коробка Makeup. Хотя, не знаю, не факт. Коробка может быть разная. Так, я сейчас вам покажу. Так, ну, это мы не будем смотреть. Тоже, смотрите, все так завернуто. Так. Ого, что это? Вау. Так, Dead Sea Collection. Это какой-то... Ух ты, масло, body oil, коллаген. Класс, смотрите. Смотрите, это, что это такое? Мертвое море. Угу. Я так поняла, это масло для тела. Ага, есть масло для тела с минералами мертвого моря и коллагеном. Для чувствительной кожи подходит натуральное масло. Вау, супер. Сделано в Израиле. Представляете, это израильское. Класс вообще. Слушайте, ну девочки меня прям, ну балуют, балуют. Прям такими шикарными всеми средствами. Классное масло. Это я такое люблю. Мне для тела... Ого, что это такое? Там огромное. Ого. Друзья, серьезно, не могу поднять. О боже мой, что это? Вау! Обалдеть! Это кондиционер для волос, как я поняла, да? Минерал-кондиционер. Тоже мертвое море. Смотрите, какой он огромный, гигантский. Кондиционер с минералами мертвого моря. Для расчесывания, да, фух, я поняла, думаю, вдруг это не для волос. Для волос. Сделан в Израиле. Вау, обалдеть. Посмотрите, какая здоровая. Литровая почти, тяжеленная бутылка. Дозатор, очень удобно. Я не пробовала такую фирму. И с кокосом все очень люблю. И волосы у меня длинные, вы знаете. Расход у меня большой. Кондиционер это самое-самое то. Класс вообще. С кокосовым маслом, минералы мертвого моря. Слушайте. Обалдеть. Спасибо большое. Это прям вообще... Я не знаю такую фирму, но это Израиль, мертвое море. Это прям шикарная косметика, я уже вижу. Так, и еще одна. Вижу, что тяжеленная какая-то тоже баночка. Я сейчас ее попробую открыть. Ого! Тоже тяжеленная, большая, смотрите. Вау. Mineral Body Wash. Это минеральный гель для душа. Боже, какой красивый. О, с ароматом вишневых цветов. Гель для душа с ароматом вишни. Вы себе представляете? Литровый, сделан в Израиле. Боже.
Боже, я слышу этот запах нереальный. Запах просто вообще бомба. Запах бомба, конечно. Натуральные минералы Мертвого моря, черри ойл, вишневое масло. Я даже такого не знала про такое существование. У меня не помещается все. Такого, такой косметики. Так, в общем, супер вообще. Спасибо большое. Это прям, не знаю, у меня нет слов. Просто шикарные подарки, девочки. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо вам большое за внимание, за наше общение, за все, за то, что вы есть у меня. Фух, чуть перевела дух, сделала паузу, потому что я просто под таким впечатлением всех вот этих вот всех вот этих вот средств просто. Так, друзья, давайте поехали дальше. Вот такой вот у меня есть подарочек небольшой. Значит, что у меня здесь подарили? Это Skin Bar. Я сначала не поняла, что это такое. Смотрите, какой Skin Bar. Переворачиваем сюда. И оказалось, что это альгинатная увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой и экстрактом зеленого чая. По-моему, это ж Корея Skin Bar, если я не ошибаюсь. Тоже классная вещь. Вот такая вот масочка. И сюда. И здесь у меня вот такие три штучки. Смотрите, два из них это Ладор филлеры. Один из них голубенький. Я знаю, вы знаете, наверное, потому что у меня есть не одно видео про них. Я показывала. Вот этот буду впервые пробовать SP1. SP1 это тоже филлер. Он, в принципе, похож на этот. Некоторые говорят, что они вообще одинаковые, их не различают. Ну вот интересно, я привыкла, в принципе, как привыкла. Я знаю, как работает Ладор, как он примерно пахнет там и так далее, хотя он спиртом очень сильно отдает. И посмотрю, сравню с SP1. Но у нас SP1 просто дороже всегда. Вот посмотрю, насколько он будет эффективнее, неэффективнее, чем он отличается. Так что смотрите мои видео, всегда буду рассказывать про все, что я буду открывать новое, что я пользуюсь, а также в пустых баночках все, конечно же, расскажу. И вот тушь мне подарили. Я, кстати, хотела эту тушь. Это тушь знаменитая в YouTube. Ее рекламируют и тестируют, вернее, многие блогеры. И она прям завоевала уже, да, какой-то там более-менее какой-то статус. Не знаю, что она классная. Чем? Что она называется Sky High. Что это значит? То есть высота до небес. То есть такие ресницы должны быть как до небес. Вот я хотела попробовать ее. Давайте сейчас вместе с вами. Я еще не открывала ее. Что мне понравилось? Я видела, да, видео, какая она. Это щеточка. Щеточка для меня один из самых важных вариантов. Не знаю, у меня ресницы не маленькие. У меня ресницы довольно большие. Не супер, ну, конечно, бывают и больше. Но у меня не маленькие ресницы. Но сам, ну, на самом деле не каждая тушь мне подходит. Вот такая, кстати, кисточка я люблю. Я уже просто даже по кисточке я только могу сказать и понять, хорошая тушь будет или нет. По этой кисточке я вижу, что тушь, мне кажется, что она обалденная. Я не знаю, какая она, я не пробовала. Опять же, смотрите мои видео. Кто пользовался, напишите. Но вообще это прям блогерская тушь. Ютубская тушь, скажем так. Очень давно я хотела тоже попробовать, протестировать и свое мнение сказать. Потому что у меня сейчас тоже есть новое, потом вам покажу. Ну как, относительно новое. От Yves Rocher опять. Мне опять от Yves Rocher не понравилось. Так, поехали дальше. Следующее, разбираем пакет. Значит, что мне подарили? Мне подарили вот такое средство из Египта, привезенное напрямую. Пантагар. Я думаю, что многие слышали о нем, оно довольно популярное. Так, здесь у нас 90 желатиновых капсул. Это такие капсулы, видите, нарисованы волосики, да? Для роста волос. Этот Пантагар, это такая, как сказать, биодобавка, которая имеет в составе, значит, что у нас здесь? Тиамин, кальций, что это? Лизин, кератин, дрожжи, это дрожжи и параминобензоевая кислота. То есть это тут аминокислоты, дрожжи в основном, кератин, в общем, такой составчик. Очень многие, ну, как бы, девушки, женщины, да, то есть много хороших отзывов, много позитивных, и почему-то так принято, прям все везут с Египта данный БАД. Напишите тоже в комментариях, интересно, девчонки, кто пользовался, кто у кого какие есть, как бы, отзывы
по этой штучке. Просто пока я не знаю, буду я ее сейчас принимать, не буду, потому что, знаете, вы не знаете, я сейчас как бы занимаюсь, да, тоже своими анализами, смотрю там и принимаю совсем другой курс, я принимаю там железо, другие витамины, убираю свои дефициты, как-то регулирую. Я просто не знаю, пойдет ли оно мне сейчас, нужно оно мне именно в данный момент, потому что у меня своих как бы проблем хватает. Но, конечно, в будущем я все-таки хочу попробовать попринимать, потому что кто вот есть два варианта, как всегда, отзывы хорошие и плохие. Плохие, понятно, не подошло, а хорошие прям говорят, прям волосы, шевелюра растет. Вот, хочу посмотреть, как дальше будет. Так, давайте посмотрим дальше, что у меня здесь. Это такой Утерра Спа Мусс, пахнет, наверное. Наверное. 250 миллилитров. Это такой мусс для тела. Видно, да, такой прям зефирно-сливочный, ягодный. Такая вкусняшечка, сладкая конфеточка для тела. Вот такая вот. Смотрите, она разных цветов. Запечатана, но тут даже не будет видно. Я хотела вам показать, что там три цвета идет. Как вот так показать? Белый, розовый, а внизу, смотрите, фиолетовый. Видите? Три цвета. Я такого, кстати, не видела. Может, видела, но не пользовалась, не пробовала. Тоже интересненько будет попробовать. Так, сейчас мы чуть-чуть конфетки сюда пододвинем. Конфеточки сюда. Вот. Давайте дальше посмотрим, что в моем волшебном пакете. Боже, вот это такая интересная штучка такая, смотрите. Вот что бы вы подумали, что это? Оно мне напомнило, не знаю, ну какую-то игрушку, да? И тут, смотрите, такая вот пандочка, алоэ вера. А оказывается, что это гель для умывания лица, 200 миллилитров. Вот я прям могу, но сейчас хочу открыть. Гель для умывания. Оп, как мне открыть эту упаковочку? Смотрите, тут вот так ходят вот эти листички. А как его? Вот так, что ли? Ага. Кстати, пахнет один в один, он запечатан. Пахнет прям один в один гель алоэ, вот, который мы все знаем. А тут немножко жирненькая. Я так думаю, это очень похоже, в общем, на гель алоэ. Вот как его открыть, если здесь нету? Как? Так, ладно, пока не буду ковырять. В общем, смотрите мои видео дальнейшие, буду показывать. В общем, такой интересный гель алоэ. Прям вообще... Очень интересный. По-моему, это Корея, если я не ошибаюсь. Или кто это делает. В общем, гель для умывания. В общем, можно взять на лицо, на шею и смыть водой, естественно, как все гели. Вот такой интересный гель. Это с Евы, кстати, с Евы. Так, это вот такая вот мицеллярная вода Гарниер. Все, я думаю, знают. Тоже маленький дорожный вариант. Тоже. Дальше, это что у нас здесь? Это маска для губ. InstaGood. С гиалуроновой кислотой и коллагеном. Ну, такие губки. Как использовать? Очистить кожу губ и нанести маску. 20-40 минут. И все, вот такими губками буду ходить. Вот. Так вот, классно. Так. Дальше патчи под глаза, морские водоросли, зеленый чай. Тоже хорошая вещь, тоже нужная. Так, что у нас здесь еще? Бальзам для губ, это дыня. Такой вот маленький, да? Давайте уже ускоримся с вами. Вот это тоже такая вещь, очень хочу ее протестировать. BB крем от Maybelline. Говорят, что тоже он очень классный, сатиновый, 8 в 1, тонирующий уход, увлажняющая сыворотка для всех типов кожи, и что важно на лето, SPF 30, это прям то, что мне нужно, прям супер. Правда, тут тон какой, натурально бежевый, но я что-то думаю, что подойдет, это же BB крем, это же не тональный, это очень нужная вещь, мне прям это очень тоже нужно сейчас. Ой, все, попадало. Так, дальше вот такой вот кремчик для рук, хенд крем. Сейчас вам прочитаю. Это BioAqua, знаете, да, такую фирму BioAqua с экстрактом чая. Вот такой вот.
удобная такая тоже, как сказать, порция, которую можно с собой брать. Дальше, смотрите, какая штучка. Я так понимаю, что это для детей. Такая, первый раз вижу. Crazy Mo гель-краска для ванны синяя. Гель-краска для ванны. То есть это краска, которую можно в воде, там, ванну мыть, красить. Зроби кольорово. Від 3 років. То есть для детей можно туда эту краску и делаешь синюю вечеринку. Интересная вещь, конечно, очень интересная. Главное, не кушать написано. Синяя, под наглядом дорослых. Такая вот, да? Интересная вещь. Так, друзья, и последний подарочек. Ну, как последний, крайний. Я надеюсь, что это крайний, не последний подарочек. Это вот такая масочка с коалой. Хотите, чтобы я показалась вам этой маске? Напишите в комментариях. Чтобы я снялась в этой маске, потому что я буду тут прям, ух, красотка в такой масочке, веселая коала. Вот, это тоже классная вещь, так что вот такие вот мои скромные подарочки. Всем-всем спасибо, девчонкам, меня порадовали, прям смотрите, какая у меня гора косметики, я так это все люблю, люблю разбирать, люблю новое пробовать. Вообще, кто не любит новое, правда? Кто не любит подарки? Вот, друзья, спасибо вам большое еще раз. Всем вам желаю здоровья. Здоровье сейчас самое главное. И еще, что немаловажно, это позитива. Позитивно смотреть на жизнь, на мир, и тогда у вас будет все, я вам уверяю. Если вы будете в позитиве, то у вас будет и здоровье, и все-все-все к этому приложится. Поэтому еще раз всем спасибо. Порадовали очень сильно, сейчас буду все разбирать. Сегодня уже кое-что тоже попробую из новинок обязательно. И опять же говорю, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, ставьте лайки и следите за моими видео. Буду, что новое буду показывать, буду пробовать. Все, друзья, пока-пока. Боже мой, ну так хочется сейчас чуть-чуть попробовать. Можно, можно, вы не разрешаете, ничего, что 7 часов вечера. В честь дня рождения. Я чуть-чуть попробую. Боже, я же не могу удержаться. Это же я ночь спать не буду, понимаете, из-за этой шоколадки. Ночь спать не буду. Все, друзья, всем приятного аппетита.